Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Инвестиции в Кировской области упали на 10 миллиардов рублей. Ожидается, что к концу года цифра составит 60 миллиардов, а в прошлом году вложения в развитие составили 70 миллиардов рублей. Как поясняет глава Минэкономразвития Наталья Кряжева, из-за коронавируса и кризиса предприятия не инвестируют собственные средства в развитие. Вернуться к показателю 2019 года регион может лишь к 2023 году. Программа «Экономика». Фонд капремонта потерял из-за коронавируса 500 000 000. В первом полугодии собственникам начислено 467 миллионов рублей. За аналогичный период 2019 года – 1 000 000 000. Такое заметное снижение суммы связано с решением правительства Кировской области отменить взносы на период с апреля до июля в качестве поддержки населения в условиях коронавируса. А вот на расходах фонда капремонта пандемия не сказалась. За полгода потратили 480 миллионов рублей, увеличив расходы по сравнению с первым полугодием 2019 на 30 миллионов. Экономика на 101 FM. Право на пониженные страховые взносы лишатся около 1000 ИП. Не все индивидуальные предприниматели из пострадавших от коронавируса сфер смогут заплатить за 2020 год пониженную сумму 20 318 рублей. По информации Кировского управления налоговой службы, не могут рассчитывать на льготу те, кто прекратил деятельность до 1 марта. Таких в регионе 350. Еще 650 ИП – это те, кто встал на учет после 1 марта. Сумма фиксированных взносов для них будет 32 448 рублей. Экономика. И о валютах на сегодня. Доллар стоит 78 рублей 78 копеек, евро 92 рубля 43 копейки. Ольга Близина, новости.